Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Яйца являются хорошим источником белка. Также они богаты витамином D и минералами, которые просто необходимы для долгой и здоровой жизни. Однако яйца полезны не только для людей и животных. Они также приносят большую пользу растениям. В качестве подкормки для растений можно использовать кипяченую воду, в которой варились яйца. Оказывается, что яичная скорлупа является естественным источником кальция, который требуется растениям для поддержания оптимального баланса pH. Во время варки яиц в скорлупе все полезные вещества попадают в воду. Используя такую воду для полива растений, можно обогатить их кальцием. Для этого нужно охладить жидкость до комнатной температуры и после этого использовать ее для полива растений. Желательно, чтобы почва для растений была с нормальным pH, поэтому нужно регулярно проверять ее при помощи специального прибора. Уменьшить кислотность почвы можно при помощи удивительной жидкости. Несмотря на то, что жидкость, оставшаяся после варки яиц в скорлупе, далеко не комплексное удобрение, однако она все же может принести большую пользу растениям, особенно если почва суперкислая. Периодически нужно проводить подкормки комплексными удобрениями для более лучшего их роста. А используешь ли ты яйца в качестве удобрений? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.